В региональное управление Федеральной службы судебных приставов поступило обращение от жительницы Твери, у которой представители банка незаконным методом пытались выбить долг. Она взяла кредит, значит, в размере более 1 000 000 рублей. Но так произошло, что она ушла в декретный отпуск, и не смогла, своевременно оплачивать данный кредит. Женщина не обратилась в банк за рассрочкой, предпочла смолчать. И финансовая организация стала буквально третировать должницу. Обрывались телефоны, многократно названивали, была составлена жалоба. Жалоба была направлена в соответствующие органы. Было проведено административное расследование. По окончании него был составлен протокол. Впервые женщина-должник обратилась за помощью в 2022 году. В 2022 году к нам в Управление Федеральной службы судебных приставов по Тверской области от жительницы Тверской области поступило 2 обращения на незаконные действия кредитной организации, которая осуществляла взаимодействие с нарушением требований 230-го федерального закона. В ходе рассмотрения обращения был установлен состав административного правонарушения и возбуждено административное дело. Главным судебным приставом Управления Федеральной службы судебных приставов по Тверской области вынесено постановление о назначении административного наказания в отношении кредитной организации. Данные постановления вступили в законную силу и не были обжалованы. Было вынесено постановление. После этого постановления послужило основанием для обращения в суд за возмещением морального вреда. В результате чего с финансовой организации был взыскан штраф в размере 50 тысяч рублей. Это минимальный возможный штраф. Почему? Потому что в данном случае юридическое лицо привлекалось 1 раз. Но на этом банк не успокоился и продолжал донимать беременную женщину звонками. Вторичный был выписан штраф, вторично прошла вся эта процедура. Опять организация не успокоилась. Снова была привлечена к административной ответственности. В данном случае уже, поскольку это была уже неоднократность, был взыскан штраф в размере 200 тысяч рублей. Общая сумма штрафов составила 350 тысяч рублей. Все постановления, вынесенные управлением кредитной организации, не были обжалованы и вступили в законную силу. Впоследствии заявитель воспользовалась своим правом и обратилась в районный суд города Твери с заявлением о компенсации морального вреда. Данные требования заявителя были удовлетворены, денежные средства были взысканы с кредитной организации. Специалисты советуют каждому, кто попал в такую ситуацию, в первую очередь сообщить о финансовых затруднениях в банк. Существует масса сейчас программ различных, которые позволяют рассрочить, задолженность, взять каникулы финансовые, не доводить дело до коллекторов. А в свою очередь совет банкам и кредитным организациям не заниматься самодеятельностью, обзванивать, посылать смс и так далее, а идти в суд и идти законным способом. То есть просуживать клиента, получать исполнительный лист и обращаться, опять же, в ту же службу судебных приставов для взыскания задолженности. Еще раз напоминаем правила закона, которые не должны приступать финансовые организации при общении с должником. Если вам поступают многочисленные телефонные звонки, то федеральным законом установлены ограничения. Это 1 раз в день, 2 раза в неделю и 8 раз в месяц. Если мы рассматриваем СМС-сообщения, то не более 2 сообщений в день, 4 сообщения в неделю и 16 сообщений в месяц. Рассказанный нами случай не единичен. Количество обращений в службу судебных приставов по факту незаконного обращения финансовых организаций с должниками не уменьшается. И большая часть таких обращений признана судом законными и правомерными.